я тебе рассказал правила игры, как думаешь, сможешь ли ты победить в игре? Ну, шансы есть, конечно. Они всегда большие шансы, если мы играем друг против друга в любые игры, там, настольные или футбольные. Поэтому, конечно, у меня больше шансов. Потому что я и больше, и ростом его больше. Игорь, ты играешь в центре поля, а значит, ты все видишь лучше, чем с края, например. Значит, наверное, у тебя больше шансов узнать эти голы. Надеюсь, что да. Посмотрим, сейчас игра покажет. Да. Сережа непростой соперник, но думаю, я его выиграю. Поехали. Первый гол. Пока вспоминаем, как комментировать. Да, мы думаем. Я представляю, начинаю. Ну, это вот. Пак. Неплохой такой момент. Не, гол хороший, быстро выбежали. Гол хорошо, да. Выбежали. Быстро. Забил. Предположение есть, но я думаю, это не те предположения. Гол весового, может быть, и ворота Ахмата. Ну нет, что-то не похоже, что очень близко было. Смотрим заново гол. Смотри. Мы в обороне, вот, перехватили мяч. Как он-то перехватил? Он потерял опять, как всегда. Вот, ну... вот, длинная передача за спину. А дал кто? Дал. Потом Том прострелил, бом-бом. Бом-бом. Этот гол забил очень жизнерадостный футболист Арсенала, молодой. Молодой же за меня. Ну я хрюкнул. Ну. Молодой, я же говорю, я одного про лесового, но может быть, ну мне ничего не сказал. Значит, если молодой жизнерадостный, это Бакайчик. Бакайт. Просто что, какой это гол был? Когда он понял, что это вот так вот, тоже перебрасывал. А, ну это Санджи гол. Это гол Санджи. Дзинь-дзинь. Потеряли опять. Пас в центр. Перехваты. Хоп. Хоп. Это я. Я первый. Гол забил Сергей Ткачев. Ворота самарским крыльям. Третий гол. Смотрим. Я тут теряю. Дзинь-дзинь. Это гол. Третий гол. Это гол Кангва. Ворота Зенита. Когда Сергей вышел 1-1. Не реализовал, но Кангва добил. Четвертый. Так, четвертый гол. Сейчас начнется. Начинаем смотреть. Мяч уходит в аут. Что это, сумбур на правом фланге? Мы пока в обороне. Да, пам, пам. Переводят. Нам, что ли, сейчас забьют? Пам. Перехват, раз. Хоп, забегание. Это дзинь-дзинь. Мне кажется, это гол Ахмату Зелимхана Бакаева. Я считаю, что Мирзов забил. Как, кому он забил, сейчас скажу. Ну, я понял, что это, я вспомнил этот гол. Спартаку этот гол. Да, Спартаку гол, ну, извини. Сергей Анатольевич Ткачев. Поехали дальше, пятый. Пятый гол смотрим. Да. Где мяч? Что происходит? Не забили момент, потом быстро перехватили. Подача, сброс. Это гол. Дзинь-дзинь. Это гол Георгия Костадинова. Кому вот не помню, но это когда Сергей пробил, и он головой добил. Уфе пробил я? Да. Молодцы, классно считаете. Хорошо, что он дзинь-дзинь говорит быстро. Ой-ой-ой. Так, штрафной. Стоп. Дзинь-дзинь. Так. Это гол Тереку Зелимхана Бакаева. Седьмой гол смотрим. А что, ты будешь хлюкать, Серег? Все, не остановить. Так. Это Лука Джорджевич забил через себя, по-моему, этот гол. Это седьмой гол, мне кажется, нет. Там что-то чуть по-другому. А мне показалось, ну как нет, по-другому. Ну, Лука Джорджевич забил. Ну, видите, угадал, что. Самаре он забил. Да, да, да. Восьмой гол, начинаем смотреть. Стоп, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Это гол Рубину Кадири. Восьмой гол. Так, девятый гол, да. Смотрим. Мяч в центре поля, мы обороняемся, прессингуем, команда хочет выйти. Хорошо, молодец.
Перехватили в центре. Дзинь-дзинь. Так. Это гол Даниила Лисового Спартаку. Ну да, похоже. Когда он похоже, не знал, да, как радоваться, да, там. Пам-пам-пам. Мы в красном опять, да? Да. Вот, похож. Дзинь-дзинь. Так. Лука забил. Дать тебе шанс. Да не, что говори, говори, ты же успел. Ну это на кубок гол Луки Джорджевича. Нет? На какой кубок? С Оренбургом. Не, молодец, ну я так хочу сказать, он следил за компьютером, удобнее было и быстрее он набирал. И слово дзинь-дзинь лучше, чем тяжело просто так постоянно хрюкать. Да, что тут сказать, тут у меня обычное состояние, победа перед Сергеем. Хотел бы сказать ему, чтобы он не расстраивался. Всю ночь анализировал, но не помогло. Ну, надеюсь, что весной мы забьем еще больше голов, чтобы неоднократно сыграть в такую интересную игру. Всем до свидания, смотрите Арсенал ТВ, мы всегда с вами.